Всем добрый день. Вы уже, наверное, соскучились? Мы тоже. Сегодня у нас 21 февраля 2024 год, и мы в хуторе Школьном Краснодарского края. Приехали опять посмотреть купель, но теперь мы посмотрим еще храм. Мы в тот раз не ходили на ту сторону, в этот раз сходим, все посмотрим. Пойдемте купель смотреть. Погода сегодня шикарная. С утра было холодно, я еще одела сапоги. А сейчас солнышко выглянуло, погода вот супер. Там, видишь, кто-то уже турнир делал. Мне кажется, мы в тот раз были холоднее как-то. А ты что, градусник не взяла? Ой, я забыла его. А ты взял, нет? Нет? Я его взял. Смотри. По-моему, в тот раз прозрачнее было, нет? Прозрачнее? Нет. И как-то еще стоит этот. Руки прям такие жирные становятся. Мне тут тихо, спокойно, ленте солнышко уже такой веточки. Супер. Классно. Если будете проезжать в Варениковскую, обязательно заедьте, посмотрите. Место такое классное. Мне очень нравится. Пойдемте теперь на другую сторону. Посмотрим храм. Это храм Матроны. О, теперь руки в воде. Были холодные, а сейчас еще ветер такой холодненький подул. Сейчас посмотрим храм. Сегодня, конечно, значительно меньше людей. Мы проезжали, там вот одна машина только стояла. Но погода классная, конечно. Сейчас сбегаемся, посмотрим. Ну, по-моему, храм там закрытый. Здесь так тихо, птички поют. Щебечут тут на весь лес. Листиков еще нет. Трасса, смотрите, какая свободная. Никого. Все, быстро перейдем. Скоро начнется сезон. Нужно будет, наверное, съездить на побережье, посмотреть, походить. Люди уже думают, где бронировать места, в каких гостиницах. Нужно будет пройти, посмотреть. Номера все записать. Вот она часовня идет. Матроны московской. Тоже тихо, спокойно. Тишина. Здесь воды нет. Здесь откупаются, окунаются, или как правильно сказать, в крещение. Такая.
там вот замок. Часовня Святой Блаженной Матроны Московской. Сколько мы здесь находимся, одна машина проехала и школьный автобус. Теперь в ту сторону, получается, до Варениковской 10 километров. А на ту сторону вот так вот переходите, и там получается купель-то бочка. Видео такое будет небольшое, потому что мы уже, в принципе, здесь все посмотрели. Всем пока!